Всем привет! Мы приехали в город Миккеле. В общем, мы приехали в город Миккеле. Парк развлечений называется Висолахти. Сейчас идем покупать билеты и, в общем, там разберемся уже по ходу. Все, мы собрали вещи, котомку нашу вот такую. Чуть-чуть вещей. Да. Сюда на 6 часов. Да, идем на наш. Идем на ресепшн. Мешок еды, мешок одежды. Дошли мы до ресепшена. Вот такая карта. Пойдем. Вот там вот на эту вот динозавра делается. Нам туда. О, викинг лови, это как его было. Зубов, мамонт. Да, смотри, какой тренендандрахтик. Да. Смотрите, из костей сделан этот стул из костей. Смотрите, ноги по костей. Липу мюнтисиса динозаврион. Так, а если на другие боках надо это, нам же все? Да, тут один Липу Мюнти входит во все, да. Вот сюда заходим, тут еще игрушки продаются. Ой, какие красивые игрушки. Оценники вообще красивые. Оценники. Да. Так, все, встаем в очередь. Все, нашли мы. Зашли мы. Парк. Вон какой сидит чудик, можно посидеть внутри и что-то покушать. Купили наконец-то мы. Грильница, карусели. Вот она, это ведро. Вот оно, ведро. Мороженое продают, купательницы. Так нет, сидеть-то негде. Мы зонтик взяли. Нафиг мы его взяли. Так вон лежаки всякое. Лежаки все заняты. Пошли займем, пока не заняты. Девочка, мы идем пока. Ну сейчас мы тогда... Так я думаю, на полянке вот здесь наверху там где-нибудь. Да. Ну, зонтик там. Да. Ну пошли лежак займем. Слышишь, Оль? Пошли туда, вон лежак наверху займем. Все, расположились, мы поставили. Песочницы. Песочницы сняли. Пока ходим куда-нибудь, не улетим. Все, сейчас идем мыть руки, садимся кушать, а потом уже... Не, ну я мыть руки не буду, я сам устану. А я хочу с той горки скатиться с высокой. Да все, ты со всего скатишься. Вот со стой, видишь, там большая жопа. Да, везде подкатываем. Скатимся, походим. Что не успеем, в общем, не знаю, вот. Коля мне... Вон там качель, смотри, какая. Пошли, пока не намочимся, сходим по всем потоки. Я говорю, давай. Давай покушаем. Ну давайте. И все, потом по сухим аттракцион. А потом помолкнем. А потом в море. А у меня такая выскальзывалка. Как раз вода в это прогреется. Вот попросила. Дай попросила. Дай посмотреть, что это такое. Я вот если тут лежать, то она вот так. Какую-то штуку купили за 4 евро, да? Попробуй ее сверху держать. Прикольная, кстати. Знаю. Ну все, давай Ева сначала покушаем и по сухим аттракционам. Да, покушаем по сухим аттракционам. Смотри, а потом... как она надувается. Ты меня слышишь, что тебе говорю? Да. Смотри, как она надувается. Ну все, давай тогда. Все, кушаем. У нас перекус во всем... В разгаре. Да. Сидим, нямаем мимозу, которую делали вчера. Ева на бутербродах. Да. Оля, ты что будешь кушать? Я буду салат. Во, вообще классно, погода супер. Погода, да, и как-то обустроились, прям да. Лежаки. Сейчас будем загорать, прикрывать. И ложку я не догадалась. Ложку не обязательно. Главное, еды много набрать. Ой, вообще кайфово. О. Ну, как жизнь удалась, да? И не надо далеко ехать. А на море не надо, да, ехать, ага. Нет, это такой эконом-класс. Ну а что такого? Нормально. Билет, кстати, сколько стоит? Да, заплатили мы за вход. Один билет стоит 25 евро. 75 евро заплатили за вход. И ребенок одинаково стоит. Плюс 4 евро вот где-то приезжают. Ты не говорите. Ну все, здесь катайся на каруселях сколько хочешь. Там карусели, там, сям. Вот. Ходить в парк можно. Вот они, вот билетики. Да, билетики у меня вот. У меня такой. Там горочки. Сейчас все. Пройдем, все покажем, все расскажем. Ну, а теперь кушаем.
Ничего себе ты есть, то есть влезет это все? Так я еще потерплю. Ну, да, Оль, нам целый день здесь. Ты как бы это... Все, мы перекусили. Уже с Евой прокатились на карусельке. Нормально все так. Тут что-то, короче, какая-то комната с этим динозавром. Записывать желание какое-то. Да? Да, да, да. Пошли дальше. Тут, короче, нет, нет. Может быть. У нас одни расстройства. Ну. Привезли ребенка отдохнуть, не пустили нас на качель викинг. Ева не подходит по росту, да, одного сантиметра не хватило, сказали сори. Ева вся в слезах. Ева, потому что везде жизнь все по-разному. Удалась. Пошли вон здесь прокатимся. Да пойдем. Нет, я хочу на паровозик. Ну, пойдем на другую. Пошли здесь. Ну, Ева, все, едем. Это тебе не ух. Это тебе не ух. Да знаешь, как полетим? Смотри, я думаю, что это детское. А ты что думала? Держись крепче. Мама там даже боится. Вот это американская. А я не держу, я сам держусь за тебя, я боюсь. Да я держу. Ева, здесь лучше, чем там внутри? А? Посмотри на папу-то. Боишься? У меня чуть тапки не слетели. Ну что, сейчас идем дальше. Да. Наверное, переодеваемся и пойдем в водные. Да? Нет. Короче, мы переоделись уже, да, все? Да. Да, сейчас идем. А мне заметно, что я уже мокрая. Так, тут души, сауны. Пойдем, короче, наверх сходим. Не надо. А, блин, холодная. Ева, не надо. Надо лодку брать. Да, надо лодку взять. А где лодка? Короче, взяли мы две лодки, сейчас попробуем вот съехать оттуда сверху. Ева, здесь аккуратнее иди. Я поеду с Евой вдвоем в одной лодке, а Ольга поедет в одной. Попробуем, кто быстрее, кто дальше уедет. Но это, конечно же, мы. Вот парк сверху весь. Я сейчас так жахну. Ты-то жахнешь. Да. Поехали, поехали. Уехали? Да. Все, погнали. Ева! А что так быстро? Я камеру сломал по дороге. А? Да? Поехали еще раз. Погнали. Блин, а камера держится, держится. Да? Да ты держи ее так. Ева, держи. Ева, блин, я ее по голове ударила. Идем на другую горочку, сейчас проверим. Да? Ольга, ага. Не, ну правда, на лодках чуть не впендюрились в бордюр. Было бы шоу, конечно, если бы мы вылетели бы и в озеро в открытое. Не знаю, вода что-то холодная как будто здесь. Не, ну так нормально, возле дома недалеко поездить. Да, очень недалеко. Так, давай вдвоем поедем, да, Ева? Держись. Да что, сегодня глубоко? Нет, глубоко.
А где это? Ой, ну это прикол, дорогой. Давай на счет три. Да? Раз, два, да. Три. Эй! Я разогнал. Отойди, отойди, он. Стой, стой, стой. Ева, отойди. Отойди, Ева, едут. А? Лежа надо было. А я боком прям, меня так сука коснулась. Давайте еще раз. Давай. Поехали еще раз. Сейчас надо ложиться. Отойдите, воровать. Ложиться надо, да? Да. Все, поехали. Поехали. Ева, молодец. Отойди, Ева, 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 Ева. Мать. Ну что, ты лежа? Да, я лежа. Прикольный? Нормально. Сейчас мы, короче, пойдем погреемся в баню. Да, в баню. Ева да. Замерзла. Наша закаленная Ева. Короче, замерзла. Сейчас, короче. Короче, вообще мы вот нас не видим. Да. Жара. Жара. Согрелись нормально. Такая полудетская баня. В общем, с баном, но без эвкалипта. Снимать вообще нигде нельзя. Мы так втихаря все снимаем, чтобы показать. Пойдем в душ. Душ? Пойдем. Все, мы уже купаемся, вышли из бассейна. Ой, с этого. С бани. С бани, да. Сейчас Ольгу под водой сниму, как она там брыщет. Молодец. Я вставай. Это будет заслуживать. Вставай, тут мелко. О. Где? Так это, наверное, собака это поцарапала, может быть. Короче, это... Кто? Люди, что? Да нет, это... Короче, Ева. Очень холодно. Да. Вода, вода холодная, поэтому но я сейчас... Я сейчас утоплю. Не, сидишь, привыкаешь потихонечку. Как ты достаешься до пола? Ева, я стою на коленках. Папа, я тебя... Да Ева, тут глубина маленькая. От папы. Вот так. Ну, вообще, кстати, да, после бани хорошо. Ну, после бани это освежает. Надо еще раз будет зайти погреться сейчас. Сейчас мы поплаваем тогда. Вы... Сейчас головастик будет нырять. Чего ты? Чего? Глотнула, да? Глотнула? Глотнула водички? Глотнула. Чего ты молчишь? Глотнула, выплюнул. Короче, мы накупались. Мы опять в бане. Да, мы в бане уже насиделись опять. Ходим, короче, купаемся в баню туда-сюда. Идем, уже... мы погрелись, потому что решили покушать мороженого. Карусели уже ничего не надо, уже ничего не интересно. Хочется только сидеться, греться, кататься с горки и купаться. Плавать. Да, Ева? После турецкой бани, кстати, нормально, в воду и такое легкость. Энергия прям. Миндовые да. Ощущения. Сейчас пойдем мороженое купим. Я буду вот такое. Оль, прокомментируй, что ты берешь. А? Я беру шоколадное мороженое. А я взял вот такое. Так сейчас пойдем сядем. Да. Еще мне сделают мороженое. А вот там сколько мороженого. Что тебе сделают? Хотели ментоловое, но как всегда на нас либо что-то заканчивается, либо что-то начинается. Закончилось. Да. Да, посидим, покушаем мороженое. Пойдем потом куда? Опять в баню? Дай кепку твою померить. Ева, дай маме кепку померить. Мама кепку купила. Брэперы. Йоу, зачитай. Время сейчас 3 часа вечера. Сидим мы тут, кушаем мороженое. И делать нечего. Оля, ты меня развел, правда, люди смотрят. Нормально, что ты поперла тебя вообще. Молодец. Если бы я не увидела, как на меня смотрит девочка. Ну, с ночевочкой приехать. Ну, так нормально отдохнуть-то при... Что-то уж на выходной не дома. Прикольно то, что вот именно, что здесь можно прям, говорю, с пикником, с вещами, с едой. Вон здесь грильница рядом. Сейчас мы скоро пойдем, да, сосиски, может, погрилим. Да. С собой взяли. То есть, если получится. Да, хочешь, конечно, здесь можно покушать, но фастфуд. А можно?
гриль маскут. Можно как мы? Да? Мимозу взять с собой. Мимозу взять с собой, да. С хлебушком. Вкусненько? Зубы морозят. Конечно, зубы морозят. Короче, едем с самой большой горки здесь. Мы уже по разу скатились. Да. Скатились. Вот. Вот. Штаны вытряхнули. Не знаем, да, она маленькая. Она маленькая, но страшная. Давай, кто первый? Давай ты. Я первая. Давай я первый. Так, с камерой? Ты поедешь с камерой? Я не знаю. Ну, давай ты с камерой, ты первый. На, держи. Ай, блин, я так не смогу, наверное. Сядешь на край, сними вниз. Вверх. Ну давай я съеду. На, ты я, не я. Короче, все, я поехал. Ела, потом едешь ты. Ну вот, горка такая. Вниз летим. Ну все, я поехал. Фу. Давай, поймаю. Давай, давай, давай! Давай! Носик, носик, носик! Зачем тебя ловить-то? Сама поймалась. Давай. На край, да, ты? Сейчас я еду на край. Сейчас мама едет. Давай! Нос закрой! Кто тут? Ихтиандр будет. Нормально? Нет, мне страшно все равно. Я... Оля. Ты что, блин, достала бы здесь? Это я еще не хотел. Давай, давай, Еву. Давай. Евин полет. Давай. Давай. На ноги. Все нормально? Супер? Ага. Я думал, надо это. Ты видел, с какой скоростью? Да, вообще молодец. Так вообще никак... молодец. Нет. Очки потерял. Как? Ты правда? Да. Вот, мы купались уже, да, мы, Ева? А? Мы игрались. Куда ты еще хочешь? А? Водопада? Да это там эти стреляют шарика. Как в этом, как в поплопе. На какую? А там надо одеваться, а то можно кожу сжечь. Потому что мамка идет уже. Сейчас мы собираемся, идем в баню, потом идем грилить сосиски. Потом поедем в этот. Пойдем. Ну пойдем с Евой прогуляемся по парку, а потом... Переоденемся, да, уже. Да, а потом поедем, пойдем... Погрилим и что? Ну, если успеем, если времени не хватит, то сходим в музей восковых фигур, потому что сегодня до 6, а времени уже, я думаю, да. Уже да. Уже да. Да-да. Ну все, короче. Не знаю. Едем.